Всем привет. Так, мне пришла посылка. Флешки я заказывал 16 штук. Компания NETAC. На 32 гигабайта. Класс 10. Так, итак, будем открывать флешки. Так, мы видим вот наши флешки. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот, 16 флешек. Примерно стоимость около была 5000 рублей за 16 флешек. Это одна флешка стоила 350 рублей. Но по качеству, в принципе, они мне очень понравились. Я бы не сказал, что они плохие флешки. Итак, друзья, мы воткнули вот эту флешку. Видимо, она отобразилась у нас. Ну, нам ради интереса надо что-нибудь скинуть, проверить скорость. Так, ну, вот это видео, к примеру. Копируем. И нажимаем вставить. Чуть не понял. Видим очень хорошая скорость, 50 мегабайт в секунду. В принципе, для USB 3.0 это очень хорошая скорость.